Говори ты серьезно. Давай, давай. Я подожди, уже снимаю. подожди. Да, я все прекрасно понимаю, но у меня здесь проблемки. Какие у тебя проблемки? Уже снимаю. Ну, это не важно. Ладно, я начну. Всем привет, с вами канал Turbo Gaming, второй выпуск дневника Power Hage. Сегодня мы будем дальше качаться. Да. Да, всем привет. Сегодня мы покажем вам одну интересную вещь. Перестой, уйди от меня. Да почему вот я себе должна возить как... Сейчас петуха приручу, что с ним делать? Подожди, ну людям-то скажем. Для начала мы выполним квест на питомца, я уже его выполнила. Что делать? Подожди. Вот. Потом мы немножечко прокачаемся до определенного уровня и покажем вам скрытый квест. Если кто еще его не знает или просто кому интересно посмотреть, то оставайтесь с нами, мы вам покажем, как его сделать. Вот. Это уже твой, кстати, львенок. Да. Наимилейший квест. Отойди от него. Натя. Да, сначала надо, чтобы вырастить, короче, вот такого вот... Что ты сел ко мне? Чтобы вырастить такого же питомца, вот как у меня. Ну и что с ним делать надо? Я не пойму, что он стоит на месте. Подожди, ну дай расскажу, господи, не мешай. Вот. Значит, чтобы его вырастить, нужно сделать ряд махинаций, от которых Рампага сейчас ничего не знает, как сделать, потому что он нуб. Значит, что ты делаешь? Не хочу на во-первых, кататься. Давай, поехали. Ой. Подкаблучник катаешься. На мой он какой-то долгий, не понимаю, что он такой тупой. У тебя няшка маленькая, ты посмотри, какой милый. Вот, значит, нужно сначала... Ты же растил корнеплод, да? Ну да, вроде. Что-то дорастил. Вот, у тебя, ну вот, ты его уже покормил или что ты с ним сделал? У тебя есть на нем? Да, вроде покормил, но он у него там время какое-то. А, вот, вот, он родился, вот, смотри, он родился. Как лунтик. Я родился, как лунтик, да? Ну, и вода. Смотри, он грустит. Вот, теперь его помоем. А, ты не набрал, ты набрал вот воды в колодце? Да набрал вроде, или не набрал. Ну все, тогда растет опять. Что он с ним делает? Ты его моешь. А я не хочу его мыть. Смотри, как он мило за своим хвостиком гоняется. Ну, ну. И чё он стал опять, я не ну, пойму. Теперь надо подождать, ну подожди. Поехали. Сейчас я тебя сброшу оттуда, смотри, оп. Ты хочешь, чтобы я делала это... Сам слез. Постоянно? Я могу делать почему это часто. Почему он такой долгий, я не пойму. Что ему надо от меня? Смотри, он прям блистает. Ну, конечно, намыл его тайдом. Ну? От жира не осталось ни следа. Ну? По-моему, это самый классный квест. Я когда его делал, я это заскринилась, короче, с Левиком. Встану на него, может, он умрет. Он мне не нужен. Это гадкий просто. Посмотри, в какого он красивого льва вырастет. Вон я сзади уже снежный могу лев. На нем кататься, смотри. Бедный. Живодер, блин. О, я на тебя даже в так Гринпис можно. Подам. Я на тебя в Гринпис это квест подам. Такой, он сам на нем прыгает, я не знаю, чему надо. А, вот все нормально. А, ну он, ты с ним танцуешь, смотри, он тебе отвечает. И? Ра! Он подрос вроде. Все. Теперь посмотри в инвентаре. У тебя должен быть твой левик. У меня нету. А, тебе надо сдать квест. А, если вот он, если давай потом снежный лев, ну. Давай, поехали. Оп. И на G. На G. Подожди, я хочу перетащить его. На панель. Смотри, какой классный. Танёк он какой-то. Поехали. Расти тут его. У него такой же, как у меня, что ли? С плагиатом. Да. Зато я отличаюсь оригинальностью. У меня вот шоколадный львенок. Угу. И что дальше делать с ним? Ну что с ним? Рывок. Ты на нем смотри, всё, он чем идёт, а? Рывок. И ради этого я потратил посреднюки и клыки. Ну ладно. Теперь он мне нравится. Я знаю, он тебе нравится. Не надо, не надо. А теперь мне понравилось. Он такой весь из себя грозный. Ну вот.
Так. Мне вообще больше всего из всех четырех рас нравится именно вот этот питомец. Нам надо еще немножко подкачаться. Я-то 11-й уже. Эй, давай в пати вступим. Да не, не надо. Надо подкачаться, как я поняла, до 13-го. Да. Ну я почти 10-й. И идешь дальше выполнять свой квест? Да, на двойку. Мне нужен разбойник вольных соколов. Мне нужен, да, мне тоже нужен. Да, давай, в пати. А он чуть не умер, он чуть не умер сам. Ну естественно, с такой высоты ты падаешь. Так, я его убрал. Кому он нужен? Подожди. Так. Давай я в отряд приглашу. Кого нам надо избивать? Разбойник. Вот этих вот, да. Ты бы хоть сказала, что ты там начала нового качать. А, да, кстати. я захотела себе сделать мага. Поэтому я... О, смотри. Перевод мейла. Это головорезы бегают, а нам нужен разбойник. Вот перевод мейла. Они... Ну... Блин. Такое часто встречается. Даже нормально перевести ничего не могут. Там одно, там другое. Блин. Вот дерево можешь каждое видео обсирать, но его ниоткуда не удалять. Ты удаляли ПВ из своей группы? Ну да. Пока мы ПВ обозревали, они часто удаляли. Ну где именно я их и обсирал в выпуске, там было такое. Можете посмотреть на нашем канале, там... Сколько там выпусков? 9, по-моему, нового дневника и 20 с чем-то старого. Да, 20 с чем-то старого, я не думаю, что кто-то выдержит смотреть. Тем более, что они у тебя там по 40 с чем-то минут. Не все. Я могу хилиться, то есть не то, что всякие там... Я помогаю людям, я Иисус. Сейчас ты знаешь, как хилану, смотри. Стой. Давай. Еще нельзя попробуй. Хилить. Почему нельзя? Ты себя хильнул. Все равно хильнул. По-моему, чтобы хильнуть меня, тебе нужно нажать Alt или Ctrl. Что-то из этого. Сейчас посмотрим. Сейчас его покраю. Так. Вот у меня опять вот. Опять этот баг мейла. Так. Ну, я тебя хильнул. Смотри, какую я комбу нашла себе. У меня почти маны не расходуются. Вот в отличие от тебя. Да вот смотри, допустим, меч, я сейчас... У тебя нету. Смотри. Да, ты просто топовый маг с мечом. Давай, покажи, как ты. Ужас. Ты посмотри, он тебе больше дамага, что ли ты ему наносишь. Да могу вот так. Позор. Чтоб он не хитрил. Тут вообще-то нас могут дети смотреть. Да понимаешь? Ты сама ребенок. 12. Давай, поехали. Свали с моего льва. Ладно. Так, поеду на своем. То есть все равно никчемное против моего. Так, нам надо на двойку, да? Угу. За мной. Куда тебе ехать надо? Едешь, все за мной постоянно. Считай впереди тебя. А чё у тебя такое быстро, у меня какое-то медленное? Смотри, чем могу. Потому что у нубов медленные львы. Ну да, я про то же. Блин. Потом, когда мы с тобой станем, короче, круче, мы с тобой их экипируем, вот, у нас будут защищённые львы. Тебя не прорисовывают спец, у меня всё прорисовывается. Ладно. Сейчас. Так. Вот именно в этом городе и в других некоторых они... Что? Так вот. Слушай, ну так как у нас с тобой уже по левелам разница есть, да, я уже 11, это 10. Тебе какие нужно, короче говоря, так. Задания сделать? Смотри, тебе нужно разыскать заклинателя Грела на тигрином прибете, да? Ладно. А поговорить с рабованной. А говорящая железом, поговорить с Меганой надо? Понятно. А ну ладно, последняя проба. Поговорить с воином Эшельгуном. А нет, надо. А нет. О, неужели? Для отца, по-моему, какой-то квест.
Короче, я пошла делать все квесты. Пошел к нему, к этому, к воину. Ну тогда, блин. Так, поехали. То он медленно какой-то, я не пойму. Скачет как конь. Понятно, все, как конь скачет. Да я хочу тебя подрезать. Ой, давай, слушай, а если на льве вот в это торнадо заскочить, да? Давай попробуй, ты первая. Да пожалуйста. А, не, я думал в каком-то там... Сейчас, да, я первый, уйди. Я думал в каком-то другой там, телепорт какой-то, давай. Поскакали. Ну, не догоним на этом драндулейке. Слушай, точно. Даже торнадо быстрее, чем мы. Нет, я почти его догнала. Я почти. Ну, у меня еще и... Юпи! Слетела, что ли? Я и мой лев вообще в разные стороны отлетели. И что я прям по нему бегу, ничего не происходит? А. Ай, блин! Ну? Бедный лев. Смотри, какое развлечение для своих кошаков. Так. Вообще, он чуть не умер, у него отнялось целых 2% хп. Ой, я вижу тёлку, с которой мне надо поговорить, Мегана. Ты как Меган Фокс. Отойди от меня. Я не могу, а вот все. Опять какую-то. Ну ладно. Пошли к воину. Недоработка моего во всем. Тужаясь на Хорнице. Посмотри, вот. Мне вот не нравится их пэт лично. Я когда поиграла за Хорнице, мне не понравилось совершенно. Мне тоже не нравится твой пэт. Мой намного лучше. Знаешь, да. Мне кажется, ли мы здесь были. Я не знаю, где мы были. По-моему, здесь растили пета. Совсем никакой памяти тут, нет тут. У тебя. Да, конечно. Так. Все, награда есть. Так, че... Куда тебе сейчас надо? Эльхе. Хачанка какая-то. Хотя тут все такие, ну ладно. И где вот она опять? А, вот она. Автопутя нет, мейл слушай... не продумали. Даже не мейл, корейцы тупые не продумали. Че ж ты тогда играешь в эту игру, раз тебе, блин, все не нравится. Надо. А, вот, ты теперь пойдешь туда. О, да он мой плагиат, у меня такая же внешка, как у него. Так, ладно. Можешь все-таки полить эту кукурузу, а? Или не надо? Это квест на пугало. Какой пугало? Мне дали... Сейчас, вот, я сделала квест, и мне дали чертеж пугало в соломенной шляпе и древесину. То есть я могу сделать пугало. Мне лень просто. Я что-то одел на себя. Я могу сделать... Но пугало обязательно делать в игре. Оно тут просто must have. Так, руна. Оно, короче говоря, как я поняла, защищает твой урожай от воров. Ну, как я поняла. Да. То есть, если у тебя будет пугало, и ты снизу там вокруг него посадишь, там, я не знаю, какие-нибудь картошечку, морковочку, клубничку, то тебя никто их не сворует. Хитрые евреи все равно своруют как-нибудь, придумают что-нибудь. Ну да. Как-то, кстати, можно, у меня знакомый как-то тырил. Не знаю как, но как-то он тырил. Часовой. Вот опять у меня не пририсовалось ничего. Вот с Анной Мэйлой. У меня сейчас все прорисовывается, сейчас меня никаких лагов. Покинет, наверное. Или не покинет, не знаю. Так. Кому тут задавать что надо? А, тут копать надо, по-моему. Да. Где охладить эту кукурузу? Охладить? Что? Вот она. А, вот она. Блин, я ее искал в прошлый раз. Понятно, все. Так, сейчас. Все вот здесь делается. Потом тебе нужно будет купить саженцы. Там, посадить что-то еще. Так. Салоедка. А, это сладкоежка, я думал, она салоедка. Хохлы здесь. А ладно, не хотим никого обидеть. Ну как сказать. Так.
Ворованные аборигены. Еще делать надо. Кого бить? А, вот. Или стоп, я не тот, походу, делаю квест. Или тот. Стой, где двоечка? Смотри, мы видели уже жабу Луцию, мы видели этого пса Луция, теперь здесь курица Луция. А, вот, я так мастер ремесел, да, награда. Огурец, картофель. Посади картофель. О, да он мне сказал только что посадить картофель и... Так. Семена картофеля купи, и все будет ок. Вот здесь вот. Вот тут. У Семён. у Семёна покупай. Семён. Семён Тарна. Так, что покупать надо мне? Ну, полистай там у неё на второй странице или на какой-то будет семена картофеля. Так. Коренеплод не то. Куркума. Четвёртая сразу, блин. А почему первая и сразу на четвёртую? А вот третья. Потому что там есть... Две стрелочки. А, можно? Такая хитрая схема. Понятно. Покупка. Один купил. Все, я доволен, не? Да, и занимайся огородничеством. Фермер. Веселый фермер. Куда, кстати, тут хочу. Ну сюда, куда хочешь. Нигде нельзя. Куда хочешь. Вот тут можно. Это все. А, да это все тут сажали. Это тут огород целый народный. Вау, вообще-то это общественная ферма. Полив. Тут я внесу свой вклад в этот огород. И из-за моего именно картофеля огород станет самым богатым. Так, опыт. Исчезло. Бывает. Еще дальше. Какая потеря для огорода? Твоя картошка. На сайте вообще на нее. Квест давай. Кому что делать? С аукционистом поговорить. Где он? Портала Мираж. Аукционист. Не здесь, он вот там. Да я знаю. Да подожди, да, на тебя сяду. Мне впадло своего вызывать. Вот ты наглый. Вези меня. Вот видишь, ну. Пугало стоят. И видишь, вокруг них. А ну давай еще вот это все. Украдем. Можно, не? Почему? Нельзя. Нет. Смотри сам, тут можно только посмотреть информацию. Хочу... Вот, например, вот это пугало Ыча. А нет, это пугало называется Ыч, а хозяин Андерсон. Блин. Ладно, давай дальше. Блин. Пугало Ыч. Вон яблоня чья-то растет. Где-то здесь аукционист, вот он. Слезай. Ой. Ты еще в курсе то, что нам нужно проходить квест, чтобы у нас не затянулось? Тебе еще очень много здесь нужно сделать для пугала и еще прокачаться до 13-го. Поехали. Куда-нибудь. Куда? Купить садовую изгородь. Это в Мираж надо прыгать. Давай, вот сюда. Бей. Ну я, блин, без тебя не могу нырнуть. Сам нырну. Уйди от меня. Да уйди ты, заблочила мне проход. Все, сам нырнул. Новая картинка. Это отдельная локация, да? Мираж. Там сам без меня справишься. Не хочу туда. А чё, если не справлюсь? Тебе там просто нужно купить изгородь и всё. Всё может быть. Так. Я просто чё думаю, да может... Да тут ПКшники, я их могу слить. Да. 39-й, 40-й. Своим 11-м левел. Давай, мечом своим их забей, заколоти до смерти. Маг. Насколько я знаю, в особой локе, там где разрешено ПК, хотя может я ошибаюсь. Не, ну в дуэльке ты их можешь всегда карать везде. А ПК разрешено, по-моему, в локе особой, которая красным отмечена, если я не ошибаюсь. Вот, например, сейчас в локе... И не страшно, а война идет. Две минуты. Отдельный выпуск запишем. Ага. Да. Так. Вперед. Я горец.
Я по горам бегаю. Так, все. Я застрял. Нет, нормально. На вождение. И что, у кого тут брать? Купить садовую изгородь. Где ее покупать, я не пойму. Иди на стрелочку. Я забываю про нее. Так. На вождение. И, ну. Ферму, да, обустраиваю. Ну, а к наш... То есть у них их... Что это такое? Может спереть, я не пойму, или что? У меня НПС не прорисовалось, поэтому не могу купить. Тебе не надо у НПС ее покупать. Тебе нужно к ней самой подбежать. И... Ну, у тебя над ней синенькое пятнышко должно быть такое, господи. Ой. Она мне тоже не прорисовалась почему-то. Купить. Все купил. Так, теперь обратно в этот портал, да? Братан Амантирик. Давай, поехали. Опять эта тупая картинка, где баба молится кому-то. Что-то тебе ничего не нравится. Я просто думаю, может, чтобы выпуск не затягивался, может, перескочить сразу на квест наш, который мы будем делать. Тоже вариант. Сейчас тпшимся, зададим этот, и будет пауза. Да, блин. Ставь паузу сейчас, проще. Да какая разница? Вот все тебе, какая разница, а вот... Подписчики, им нужно все до малейших деталей по-любому. Я босса вижу. Каменный странник, ты бы его видел. Он такой вообще прям босс, таких в ПВ нету. Блин, вот он классный. Что такое долго? 30 уровня. Мне кажется. Нет, сюда так. Уже полдня, а вот все, наконец я смог. Блин, очень крутой босс просто. Мне так нравится, как здесь боссы выглядят. Поселение. На том же месте, видишь, у меня точечка на карте. Ну, ко мне не беги, беги сдавать квест, я уже далеко. Воу-воу-воу-воу. У меня сегодня плоховато сервер, их не работает. Еще не прорисовывается. Так. Ну, это нормально хотя бы выглядит, да, или не очень? Ясно. Так. Вот опять они что-то бывает. Где-то конфликты назреваются. Пошли и разрешим их. Так, стоп. Пошли. Все, всех порешаем. Караем. Так, награда. Опять какой-то квест. Ладно. Наверное, надо переостановить. И когда мы подкачаемся, мы продолжим это все. Да, когда у нас будет уже квест на тот закрытый, тот самый квест, который не отображается в списке заданий, там мы продолжим. Так, решили мы немного не сильно апнуться, потому что там уже 23 минуты было, по-моему, видео. И сейчас тут взял какой-то квест. Уничтожить. Так, кого мне надо уничтожить? Смотри, сам кого тебе надо уничтожить. Так, что-то я хильнул себя, но мне ничего не восстановилось. Либо он мне столько вдамажил, что даже не заметил, ну ладно. Так. А, я его ударил. А, я нашла. А тем временем, пока ты там качаешься, я занимаюсь выбиванием той самой таинственной вещички, которая нам нужна для скрытого квеста. Но он будет уже в других выпусках. Потому что мы... Да, обещали мы в этом выпуске, но будет он мы одно, в следующем. Нормально. Какие мы? Мы прям как этот... Ладно, как власти наши. Ладно, будем. Тебя найду сейчас. А чё? Зачем я это сказала?
Я могу вырезать. А ты же не вырезаешь, ты что? Ну, когда как. Так, я куда-то зашел к этот. Что? Карта поменялась один. Так, не пойму, что тут надо делать. А, все понял. Все-таки надо сесть на своего тигра. Льва. Пусть вот бегает. У меня сейчас есть только письмо Эльхи, но мне нужно письмо вот это вот Йохара. Может, это оно есть? Так, я тут какую-то еще одну бабу пригласил. Ну, пускай, пускай. Она мне поможет, наверное. Или не поможет. Не знаю. Коалиция Рики. Вот все, просто же имена сперли. Отовсюду, откуда только можно. Так. А то есть мне надо идти дальше, да? Я такую классную комбинацию придумала, до меня даже не могут дойти они. И почему мне издать ничего нельзя? Статус. Блин, я какого-то босса херачу, и это очень плохо. Сюда хлынет вода, ну давай. Меня тут НПС обманул почему-то. Сказал, тут хлынет вода, но ничего не произошло. Ну ладно. А, нет, хуй, но... Эй, как сюда? Эй, мой лев сейчас утонет. Эй, что делать надо? А, я понял. Кстати говоря, я, по-моему, там не проходил туда, куда должна была хлынуть вода. Как-то это странно. Так. Вот это... Вот это мне надо убить, походу. Ой, ой, да он же меня сейчас сам убьет, наверное. Что, еще тумана? Да, не, мне баба помогает кто-то. Ну, они нормально, кстати, так бьют. Все, мы убили? С кем мне говорить надо? Ладно, потом поговорим. Блин, смотри сам, господи. Чудовище, древние кости с костями, горящие с костями, ладно. Странно, я не могу выбить этот предмет. Все магами играют почему-то. Вот я начал. А потому что ими играют. Проще играть на самом деле. Ими реально проще, чем каким-нибудь милишником или там еще кем. То есть проще, чем луком, проще, чем еще чем-то. Во-первых, у него дамаг, во-вторых, на лоу-левелах у него, я бы даже сказала, что вот, допустим, по ХП, да, у них так же идет, как и у луков. Конечно. Нет, конечно, все равно по ним вот вблизи дамаг быстрый. И очень много идет, но в плане собственной домашности они на... ну там даже видно было из предыдущего выпуска то, что как вот мы с тобой дуэлились, ты меня разложил буквально в пару тычек. А ну сейчас я этого не замечаю, моего дамага по этим чудищам, потому что ты, блин, как-то все криво прокачал. Я все нормально прокачал. У меня сейчас есть своя комбо, когда я почти не трачу маны и убиваю буквально за там. Ну я смотрю, у этой бабы она тоже маг. У нее как-то немного дамага. Точно так же, как у меня, ну, может немного больше у нее. Она волшебник просто. Просто волшебник. У нее там сверху над ней должны быть ветки. Ну я же говорю, волшебник просто. Mm. Огонек. Ну и. И вот что он на меня смотрит, домашний давай. Так. Мне таки не выпадает предмет нужный. Ладно, сейчас попробуем кого-нибудь другого. Блин, она тупая какая-то. Зачем она все подряд огреть? Может было бы отбежать. В следующем выпуске будем снимать от с моего имени. Да? Зачем? Я так хочу. Ну ладно. Это лучше. Проблема решена. Да, давай. Я не против, всегда не против. Снимай. Что ты так говоришь, как будто я не знаю. Так. Ревность. Нет, мне наоборот отлично просто. Так. Это вы сарказм. Ой. Куда я нырнул? Ну давай, выпади, выпади, выпади. Ну почему ты мне не выпадаешь, падла? Она, по-моему, такая же тупая, как я. Это баба, она не понимает, она бегает за мной, то я за ней, то она за мной.
Да, по-моему, так же понимают, что это надо делать. А, стоп, мы вернулись, откуда мы пришли. Нормально. Так, сейчас сяду на его, на ее льва. Поехали. Ты так бабам лезешь, бедным. Да просто я не пойму, куда мне надо идти. Конечно, она тоже не понимает, куда ей надо идти. Окей. Ну, она бежит куда-то, в отличие от меня. Ну. Господи, ты что, не видишь, куда тебе квест направляет? Да мы тут... Эй, куда ты меня вывела, я не пойму, дура тупая. За меня вывела, я не хотел. За это тебе... Ты не хотел? Кикну. На тебя. Ай. Так, ладно. Пойду наверх. Окей. Я еще с фонариком этот пацан, походу. Мой лев с фонариком. Что? Моего льва есть лев фонариком. Лев с фонариком? Ты что, курил, парень? А, да-да-да, есть такое. Фонарик. Сама есть куришь. Такое. Блин, ничего не понимаешь. Ты, блин, объясняй нормально. Ну, фонарик, у него с фонариком. Лев с фонариком. Лев с фонариком, да. С фонариком, нормально. Вот тут уже его нету. Сломался, батарейки кончились. Дюрасел. Тайная реклама. Покупайте Дюрасел. Будете здоровы. Что? Не, ничего, просто так. И у вас будет очень долго светить фонарик. Да, на вашем льве. Ваш фонарик. Ладно. Извращенка Лена. Так, готово принять. Так, готово, ну. Да, я нашла! Я нашла скрытое задание. Опять. Блин. Слушайте, надо было это заснять. Я расскажу о том, как избранный сражался и... Он мне рассказать историю хотел какую-то. Так. Думаю, на этом можно закончить. Как раз я прошел какой-то квест непонятный. Я сам не понял, как его прошел, но я что-то прошел. Да, вот. Подожди, надо. Какой-то итог этого выпуска просто бесполезного. Два левела. Ты апнул два левела, я апнула один левел. Просто отличный кач. Мы с тобой потрендели всякой фигне. А, так подожди, ты показал, как можно вырастить своего пета. У меня появился вообще бесполезный, никчемный пет, которого толку ноль. Ну хотя бы у него уши так трясутся. Ты ничего не знаешь, ты ничего совершенно не знаешь. Даже эти уши и то сперли, они также трясутся в доте. У одного героя. Ладно, хватит. Подожди, потом мы еще показали, ты... А, ты же ведь не доделал квест на пугало, да? Да... Доделал, наверное, а может и нет. Тебе пугало дали? Сейчас посмотрим. Не пугало, а там два итема должно быть. Тяжелый доспех взял, ну ладно. Тоже сойдет. Черчёж пугало в соломенной шляпе и древесина. Да, древесину мне дали, я дали? Куда-то использовал, ну да ладно. Что? И задание, и черчёж тоже дали. И ну все, тогда дали. Это квест на пугало. Вот. Оно очень полезное, так что если кто не знает, когда будете проходить Вархейдж. А еще Вархейдж. Я волшебник. О, как мило, боже мой. Так, ладно. Нет. Шуточки в сторону. Давай. Надо заканчивать. Ну все. Подписывайтесь на канал и всем пока. Можете даже лайки не ставить. Они не нужны, в принципе. Что ты говоришь вообще такое? Ставьте лайки, и конечно. Подписывайтесь главное, на наш канал. Освети моего льва. Сейчас я не прокомментирую. Так. Ладно. Всем пока. Всем пока.